Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Maximum Armor. Ну что ж, продолжим разговор. Итак, Гэри, кто вам нравится больше всех? Ну, я бы сказал, что мне понравилась игра Нью-Йорка. У них сильная команда. Это что касается восточного побережья. А на западе мне нравится Сан-Франциско. Но и у Лос-Анджелеса есть неплохие шансы. Итак, что у нас в Нью-Йорке? Команда Сан-Франциско вышла в финал, но, возможно, Лос-Анджелес, о котором вы уже слышали, разгромит ее в конце сезона. На этом мы завершаем новости спорта и возвращаемся в студию. Спасибо, ребята. Сейчас Дэн расскажет вам, что нового в медицине. Еще у троих сотрудников офиса компании на Таймс-сквер диагностирован... Передовой разработчик биотехнологии Крайнет отрицает утечку биохимических материалов из центрального офиса. В компании Hargreaves Rush отказались прокомментировать. На данный момент подтверждено 127 случаев, но в связи со скоростью распространения инфекции... Все транспортные маршруты перекрыты оперативниками СЭП. Цены на бензин скоро перейдут в 20-долларовый рубеж. Кредит доверия нашим правоохранительным органам должен быть восстановлен. Где же наши войска? Вперед! Вперед! Это не... Рыба-Меч-3, доложите обстановку. В канале Рыба-Меч-3 держим позицию в точке Юг-1. Перископная глубина. Прием. Вас понял. Точка Юг-1. Рыба-Меч-3, что там в зоне обзора? Есть хоть что-нибудь подозрительное? Никак нет. Противник в зоне обзора отсутствует. Тихо. Сиди, пока не получим приказа. Выходить и мочить плохих парней. Не лезь на рожон. Наверху плохих парней нет, Фолсом. Повторяю, там просто какая-то зараза. Вирус Эбола, например. Верно, Алькатрас? Алькатрас с утра не разговорчив. Хотя многие считают, что пить текилу полезно. Это чушь. Да, Ал? Просто кивни. Покажи, что ты жив. Вот так-то. Да это ерунда какая-то. Мы разведбат, а не скорая помощь. Не отчует мое сердце. Без плохих парней тут не обошлось. Отвали от меня! Морпехи, приказ. Только что получен. Всем надеть водолазные костюмы, выходим с оружием. 10-минутная готовность. Вирус. И пули ты из винтовки не вмажешь, я же говорю. Только не пристрелите этого Голда, ладно? Эй, я слышал это чертово вторжение! Так и есть. Это пришельцы. Что это за хрень? Валим отсюда! Живо! Покинуть корабль! Всем покинуть корабль! Корпус пробит! Контроль! Мы подбиты! Подбиты! Покинуть корабль! Торпеду ловим! Люк внизу! Теряем!
Он не смог Алькатрас был последним. А что с ними, со всеми, брат? Не трогай их. Эй! Статуя свободы, кажись, здорово досталась! Но стоит пока что надо же. Упрямится. Эй! Что за черт? Противник! Подлодка. Что, цепь вырезали вас всех? Не может быть. Гулд на нас рассчитывает. Алькатрас? Так тебя зовут? Алькатрас. Судьба злая тетка. Потерпи, сейчас мы тебя оденем.
Инициализация. Это все, чем тут можно помочь. Это все, чем я могу помочь. Ты мой последний шанс. Мой Гулда. Всех нас. Мне конец. Я труп ходячий. Я заражен. Но ты... Ты сможешь завершить начатое. Ты должен. Ты должен. Это наше будущее, сынок. Это война. Да. И еще. Так просто отсюда не выбраться. Симбиоз. Связь нужно разорвать. Я отдал тебе костюм. Отдал свою жизнь. Обещай. Найти Гулда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Найти и защитить Нейдена Гулда. Сбить замок. Знаю, слышишь ли ты, но они идут за тобой. Тебе надо найти тех морпехов.
Изменение приоритетов. Системы доступны. Обнаружена угроза. Тактический визир позволяет получать сведения об обстановке на поле боя. Выполняйте сканирование для поиска оружия, оборудования и тактических возможностей. Функция масштабирования позволяет наблюдать за противником с безопасного расстояния. Пророк, послушай. Безопасники ищут тебя по всему району. Передаю тебе свои координаты. Ты должен добраться сюда. Пройди через лагерь. Центра эвакуации. Тебе надо идти сюда. Не знаю, сколько смогу продержаться. Пророк, здесь кишат бойцы СЭЛ. Мне нужно сваливать. Встретимся в лаборатории. Не тормози. Сохраняйте спокойствие при включении сирены. Вы будете перемещены в отдельный круг для внутренней терапии. Подобравшись к противнику, вы можете бесшумно убить его. Скажите, выдержит ли ваш дом землетрясение? Вы можете посчитать этот вопрос сна, если вы живете не в Калифорнии. Маскировка отключена. Правда в том, что вы ошибаетесь. За последние 3 года сейсмическая активность была на всей территории Соединенных Штатов. И это подтвержденный факт. Толчки наблюдались в районах, считавшихся неудобными. Попытка переподключения системы. Очистка запущена. Очистка завершена. Состояние готовности. Магнитные замки открыты. Внимание! Обнаружено инородное тело. Начато отключение автоматической системы.
Так. Похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Все идет наперекосяк. Боже мой, тут полно зараженных. А Сел проводит зачистку. Еще и цефы эти вылезли. Слушай, не высовывайся на улице, держись подземки, там безопаснее. Черт, я надеюсь, ты привел морпехов. Найти вход в метро. Изменение приоритетов. Максимум защиты. В режиме защиты внешняя поверхность нанокостюма перестраивается для поглощения поражающих факторов и защиты операторов в боевых условиях. Режим защиты расходует энергию костюма, повышает вероятность выживания при взрывах боеприпасов. Это Пророк! Взять его! Максимум защиты. Угораздило разгребать останки. Хватит ныть! Предпочел бы зачищать город от цефов. Все лучше, чем разгребать это дерьмо. Скажи это Крапову. Цефы убили половину хранения в Greenwich Village. Он прав! Нам еще повезло. В новом центре сейчас сам кромешный творит. Повезло, говорить? Так, хватит этого дерьма. Ландрастер, проверь перекресток. Все, мужики, давайте поужинаем. Вас понял. Возможно, туннель был не лучшей идеей. Прямо под тобой тепловых излучений масса. Будь там поосторожней! Маскировка. Так, черт! Отвали! Отвали! Сообщение.
Говорит командующий Локхард. Внимание всему персоналу СЭЛ. Несмотря на многочисленные попытки медицинским путем предотвратить распад клеток у зараженных лиц, эффективного средства не обнаружено. Эвакуация отменяется. В действие вступает план уничтожения всех граждан города, заподозренных в переносе инфекции. Носитель нанокостюма, известный под кодовым именем Пророк, также является источником биологической опасности и должен быть уничтожен. Стрелять на поражение! Внимание! Обнаружена инородная угроза. Старик, и жахнуло всего где-то в квартале от твоей позиции. Ты соображаешь, что это значит, да? Это наш шанс. Наконец, забей на извлечение. Нам нужно пользоваться случаем. Иди и собери образцы тканей на месте взрыва, после чего быстро передай их мне сюда, в лабораторию. Это будет ответный удар на спор, а то и на все их вторжение. Ты только поторапливайся, иначе Локхард туда пошлет весь состав СЭЛ, и они там все затопчут. Действуй, Пророк, и осторожнее там. Добраться до места крушения и взять образцы тканей крушения. Свалили до столкновения. Проверьте спасательные капсулы. Нам нужны образцы ткани с трупом. Проверить модули пришельцев. Маскировка включена. Пусто. Ищи дальше. Наверняка там остались образцы ткани. Контакт с противником подтвержден. Подкрепление на подходе. Ладно, вот ты на месте. Просканируй корпус. Проникнуть внутрь разбившегося корабля. Проанализировать биоматериал. Маскировка включена. Господи, это же человеческая плоть. Это люди. Тела просто расплавлены. Послушай, без образца инородной ткани мы только время теряем. Просто выбирайся оттуда, парень. Yeah.
катализатор из трупов пришельцев, чтобы усовершенствовать костюм. Модификация нанокостюма. Вы можете заменять доступные модули, однако в каждой ячейке может быть только один действующий модуль. Кроме того, вы можете включать и отключать доступные модули. Готово. Теперь уходи оттуда. Направляйся к шоссе. Доставить Гулду образец ткани. Добраться до лаборатории Гулда по шоссе Розельда. Занимался, но сигнализация костюма орет как проклятая. График сбит к чертям. У меня в лаборатории на всех машинах программные протоколы, еще запатентованные документы по биотехнологиям. И на всех сплошняком имя Харгрива. Это какая-то аварийная программа, которую он встроил на самых глубоких уровнях. Представления не имею, что это значит. Быстро двигай по шоссе Рузвельта к нам в лабораторию. Не знаю, сколько я тут еще смогу проторчать, поэтому не тормози по дороге. Слушай, Сэл понаставили блокпостов по всему шоссе Рузвельта. Я только что перехватил их переговоры. Похоже, Локхард лично контролирует эту операцию. Он будет там, Пророк. Так что работай тихо. Доставить Гулду образец ткани. Выйти на шоссе Рузвельта. Приказ был взять его живым. Приказ был взять его, точка. Я рассмотрю ваши жалобы сразу по окончании. Он нужен живым. Да? Нужен кому? Этот урод только что положил пару дюжин моих людей, мисс Стрикланд. Я больше рисковать не буду. Пророк умрет. Пусть Харгрив делает с его трупом все, что угодно. Харгрив хочет... Харгриву нужен костюм, он его получит. Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мисс Стрикланд. Это вы работаете на него. Я же отвечаю только перед советом директоров СЭЛ и службой безопасности. И мне плевать. Понравятся мои действия какого-то старого персонажа. Это не просто старый акционер. Он бывший президент корпорации Крайнет. Осторожнее с выбором врагов, Локхард. Разговор окончен! Пророк, в секторе множество бойцов СЭЛ. Если они найдут лабораторию, нам обоим крышка. Ускорься, брат! Просто иди по шоссе Рузвельта, пока не упрешься в причал Харбор Лайтс. Маскировка отключена. Контроль, это Драфт 15.
Приближаемся к квадрату Дельта-7. Это он! Контроль, мы видим ворота. Требуется подлога, поддержка с воздуха, что угодно. Мочи его! Это Драб-7. Сейчас на Манхэттенском мосту мы его нашли. Он труп. Драб-7, это Дара Стрикла. Контроль. Наша цель – схватить и допросить объект. Приказ на уничтожение отменяется. Подтвердите, как поняли. Пошло оно все! Этот ублюдок вынес половину группы Кобальт. Он сдохнет здесь и сейчас. Ложись! Дерьмо! Прямо по курсу блокпост ЦАЛ. Тебе нужно прорваться через него. Добыть транспорт на КПП ЦАЛ. Покинуть комплекс. Черт! Вот они! Порасваливать! И тем же путем я поведу. Всем бойцам! Пророк движется в северном направлении от блокпоста Эхо-9. Заблокируйте дорогу. Посты через каждые полмили. Азура-1 в атаку. Пророк, туннель перегородили блокпостами. Придется идти на прорыв. Дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда. Можно там встретиться. Только вот, я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа, нам каюк. Проберись туда первым и разнеси мой комп к чертям. Они в лаборатории. Доберись туда раньше, чем они что-нибудь найдут. На тебя вся надежда, парень.
проникнуть на склад, уничтожить данные о Муде. Доступные тактические возможности. Маскировка отключена. Так, вижу тебя через камеру охраны. Смотри, там всего трое. Сними их, пока они ничего не нашли. Похоже, он уходил в спешке. Маскировка отключена. Да вы только гляньте на это. Разнеси этот комп и скорее выбирайся оттуда, Пророк. В мою сторону полетел вертолет, я сам видел. Зура-1, ваша цель в складской лаборатории. Уничтожить. Вас понял, сэр. Там. Лови координаты. Точка в двух шагах. Я там разместил нанокапсулу, крайнетовское старье, которое я прихватил со склада, когда сваливал. Не сравнить, конечно, с той, что в лаборатории, но лучше, чем ничего. Найти Нейтана Гулда. Отлично, ты на месте. Сейчас спущу за тобой лифт. Ты не поверишь, что за херня тут творится последние 24 часа. Ребят, Баркли рубят в капусту в центре. В остальных местах от края нет немного осталось. Хаос, смерть. Пророк, ну наконец-то. У меня уже нервы сдают. Заходи, быстро. И давай опять дверь закрыть. Та штука, которую ты подхватил на месте крушения, как на нее взвыли системы костюма. Несомненный вирус, та же структура, что у наноткани. Хартгрив совсем уже не соображает, что это не кевлар. Нам туда. Капсула готова. Основа та же, что на острове, только мощность поменьше. Запустим проверку. Итак, это Тара Стрикланд. Дочь, сам знаешь кого. Чокнутая сучка, так? А Хагриф, хрен знает, что происходит у него в башке. Соединение установлено. Ожидание. Системы доступны. Инициализация выполнена. Мониторинг память. Нано-протоколы активированы.
Странно. Идет сканирование. Не поним... Погоди-ка, ты не пророк. Обнаружена угроза. Что за хрень? И ты кто? Харгрив тебе велел? Открытие базовых протоколов. Найти Гулда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Я этим не занимаюсь. Я же не спецназовец, как ты, как пророк был. Ну? И чего ты ждешь? Я чокнутый технарь-заговорщик. Черт возьми! Пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. Что ты знаешь о цефалоподах? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. Долбанные кальмары громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали ацтеки и инки, впервые столкнувшись с оспой. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Это невозможно. Неоткалиброванные нанопрограммы. Это значит? Чужеродная ткань. Ладно, смотри, этот костюм, он создан из самовосстанавливающейся, полуорганической наноматерии. Творение корпорации Харгрив Раш. Да, этот Харгрив, он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгрив нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Вернулся больной на голову. А там... Видишь, вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Живой код которой, как сказать, типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Новые данные, скажем. Что я думаю? Что перед нами сейчас уникальный биокод вакцины от этой споры. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет. Банально не хватит вычислительной мощности. А черт возьми, в Нью-Йорке есть место, где есть эта штука, лаба Харгрива на острове Рузвельта. Призма. А это далеко отсюда. Вокруг киша цефа и пытаться туда пробиться, самоубийство. Черт! Они здесь! Черт! Черт! Я в пожарный выход. Защитить. А ты давай. Рядом, сэр. Доступны тактические возможности. Маскировка отключена.
место! Раз. Я тут послушал переговоры с Эл. Похоже, они собирались отправить тебя в штаб на Уолл-стрит. Я это место знаю. Уверен, что у них там есть нанокапсула с функцией глубокого сканирования. Она позволит тебе добраться до самых нижних уровней структуры твоего костюма. Место хорошо охраняется. Однако у тебя есть шанс. Прямо под улицей проходит аварийный туннель. Вход в него возле церкви на Уолл-стрит. Встретимся там. Ты лучше иди по крышам, а я пойду другой дорогой. Значит, смотри. Вокруг командного пункта толпами бегают бойцы СЭЛ. Похоже, ЦЭФы устроили им веселую жизнь. Направляйся к церкви. Попробую помочь обойти систему безопасности. Проникнуть в центр нанодиагностики СЭЛ. Прорваться на командный пункт. Черт. Смена плана. Там полно бойцов в форме СЭЛ. Похоже, они полностью перекрывают территорию. Слушай, мне нужно пройти мимо охраны. Можешь их ненадолго отвлечь? Устрой заварушку возле церкви, чтобы оттянуть туда войска с Уолл-стрит. Потом, там есть аварийный туннель. Пройдешь по нему. Встретимся на той стороне. Сканирование завершено. Цели подтверждены. Маскировка включена. Строить диверсию для рунда. Вот он, мой шанс. Собирайся в туннель. Встречу тебя на другой стороне. Я его потерял. Так точно. Начать бой. Хорошо. Теперь ступай туда. Встретимся на той стороне. Подходим. В втором нанокостюме есть система адаптивной биологической обратной связи. Это самая сложная боевая система, какая только есть. Но для работы с ней нужна постоянная поддержка со стороны. Этим я и занимался. Если уж пророк напялил на тебя этот костюм, значит, он поручил тебе что-то важное.
Мы уложим тебя в эту капсулу, просканируем все уровни костюма и выясним, каково твое поручение. Так, похоже, диверсия сработала. Они отводят войска с Уолл-стрит. Вот он наш шанс! Слушай, я сейчас найду, как спуститься на нижние уровни. Тебе придется идти через крышу. Поторопись! Технические возможности. Максимум защиты. Теперь будь добр, не стреляй тут ни в кого, а? Мне нужна помощь с софтом для капсулы. Ты готов? За работу! Ну! Не стреляй, а? Я не включаю систему. Мне нужно просканировать костюм. Да, давай! Да. Я уже. Только не надо... Нанопротоколы активированы. Идет сканирование. Нет, быть не может. Огнестрельное ранение сердца и обоих легких. Похоже, правый желудочек пострадал сильнее всего. Легкие пробиты в нескольких местах, сломаны ребра. Так, считаем. Третье, четвертое, пятое. Грудная клетка болтается, множественные ушибы легких. Еще пулевые ранения грудной кости, грудного и поясничного отделов позвоночника. Гулт, он ходячий труп. Без костюма, гляньте-ка, оно растет прямо в ранах. Фактически срастается с тканью. Сфокусируйся на самых глубоких слоях. На самой основе что-то там происходит. Похоже, какой-то дополнительный модуль. Да. Открываю буфер. Подготовка к сканированию. Алькатрас? Так тебе зовут. Алькатрас. Судьба злая, тёмная. Потерпи, сейчас у тебя. Это сообщение! Оно ведет передачу! Ох, черт! Люди с ног сбиваются, ища тебя. А ты вот он, уже связанный. Ага, если его связать, то и убивать не надо, да? Командор Локхарт, вы отойдете.
Поднимайте. Нейтан Гулд, к вашим услугам. Следите за ним. Если будет создавать проблемы, бейте, но не сильно. Потом его нужно допросить. Лучше обесточьте костюм перед тем, как выпустить его. С удовольствием. Чтоб ты знал, пророк, не дергайся и не шали. Эта штука будет в твоем ухе всю дорогу. Доставишь мне хлопот, лишишься головы. Теперь вставай. Не шути со мной, пророк. Встал и пошел. Что такое, Гу? Ты же мечтал напасть на след таинственного, зловещего Тара. Сказал, не шути со мной. Иди. Господи, Тара, видел бы тебя сейчас твой отец. Работать на этих... Да, мой отец мертв. А теперь заткни пасть. Думаешь, ты такая умная, Тара? Ты понимаешь, что это не пророк. Он просто... Теперь это проблема Харгрива.
чужеродная ткань изолирована и законсервирована на глубоких слоях. Идет анализ биоматериала. Активирована проверка совместимости. Идет составление записи. Проверка эффективности нанокатализатора в процессе. Рэншан официально все еще остается секретной операцией США. Ты будешь моими глазами и ушами, пророк. Любой ценой сохранить жизни своих людей, цель достойная, я ее. Но главная твоя задача – это доставить мне информацию. Если сможешь, принеси образ. Не сможешь? Просто вернись живым и расскажи, что видел. Ключ ко всему наносистемы, но у нас слишком мало времени. Пришла пора человечеству проснуться. Восстановление системы. Коррозийный агент. Повреждение базовых систем. Идет перенаправление энергоподачи. Так, сигнал с твоего костюма нестабилен. Но пока сойдет. Не думай, что мы были представлены. Джек Харгрив, к вашим услугам. Уверен, что Нейтан Голд упоминал мое имя, однако смею предположить, ничего хорошего обо мне он не сказал. Впрочем, сейчас у нас есть дела поважнее. Нужно вернуть тебе скорость перемещения и оружие. Итак, в данный момент ты находишься недалеко от бюрократического центра города. Думаешь, что если взорвать всех этих политиков, что-то изменится? Увы, их заменят образчики ничуть не лучше. Но ты можешь мне не верить. Зачем, Браузлок? Доверие должно быть заслужено. Иди и глянь сам. Я буду помогать тебе, как смогу. Однако тебе придется спуститься в самое сердце этого гадюшника. Там есть то, что тебе понадобится. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Моих детей. Маскировка включена. Просто забрала. А я в порядке. А здесь, похоже, перерабатывали важных шишек, как и подобает их статусу. Полная зачистка – идеальное решение, не так? Вспомните аргентинский вирус рогатого скота 2 года назад. Или вспышку коровьей энцефалопатии в прошлом веке. Проблема была не в том, чтобы уничтожить животных. Это просто. А в устранении остатков. Как избавиться от миллионов гниющих труб? Цефы нашли ответ. Они стирают нас с лица земли. Сводят к нулю воздействие окружающей среды. Образцовый метод. Пройди через Сити Холл. Видишь, что есть на мире? Превращаем в биомассу. Зачем, спрашивается? Это было бы омерзительно, если бы не было столь захватывающе. Здесь ты сможешь раздобыть некоторые элементы конструкции пришельцев. Корабль, подбитый сегодня пилотами Мокхарта, пристыкован где-то на земле, ищи башню или что-то.
посмотри на ландшафт. Ты когда-нибудь хотел посетить другую планету? Считай, что ты почти на ней. Будь у нас больше времени. Боюсь, сынок, у меня плохие новости. Минобороны решили расправиться с цефами своеобразно. Взорвать дамбу в Россене и затопить кальмаров, а вместе с ними и половину города. Выглядит безумием, но, полагаю, именно это они и сделают. И я не хочу, чтобы этот душ застал тебя под землей. Двигай в самый центр этого цефского логова, Алькатрас, и оттуда ищи выход наружу. Поторапливайся. Времени в обрез. Очень не хочется пользоваться аналогиями из земной фауны. Боже упаси, это так, стилигулка. Однако то, с чем мы на данный момент имеем дело, можно с определенной натяжкой сравнить с улицей. Уровень заражения в этих туннелях крайне высок. Найди Ривза и его людей. Я потерял с ними связь, когда они спустились под землю. Береги себя, сынок. Ты мне нужен целым и невредимым. Прорваться в центр Улья. Найти Эльза и его отряд. Рядом с нижними уровнями. Нужно это исправить. Полагаю, здесь можно найти переключатели потока. Но выглядеть они могут как угодно. Разрушить проводник спора. Войти в хранилище. Маскировка отключена. Внимание! Вероятность взрыва 100%. Маскировка отключена. Отлично. Теперь тебе нужно пробраться в центральный комплекс. Судя по схемам, которые успели передать люди Ривза, полагаю, тебе нужно взорвать трубки и расширить получившийся разрыв. Ищи слабые места в структуре. Доступны тактические возможности.
нужный эффект достигнут. Но надо поторопиться. Эдди и Дон в Пентагоне уже готовы действовать. Посмотрим, что сделает костюм. Сражение на сбор. Идет поиск интерфейса. Прекрасно. Распознавание. Установка связи. Отмен. Протоколы совместимы. Прошу прощения. Алькатрас, слушай меня внимательно. Решение принято, бомбардировщики в воздухе. Убирайся оттуда. Я за тобой вертолет послал, но тебе придется поторопиться. Давай, поднимайся. Не тормози. Спастись от потопа. Добраться до вертолета. Максимум защиты. Отлично. Барьер снят. Иди, Альтернат. Ты должен выбраться живым. Вся надежда только на тебя и твой костюм. Это я, Чайнер. Помнишь меня? Что с тобой случилось? Отличный костюмчик. На Пятой Авеню брал. Почему без меня? Давай. Нам нужно найти более безопасное место. Мы здесь сдохнем. Это точно. Поддержать руку Дэйна. Добраться до точки сбора. Дельта-3, как слышно? Доложите обстановку.
Слышу вас, сэр! Кальмары давят со всех сторон! Нужно отступать, сэр! Вы нашли этого парня в костюме? Да, мы его нашли. Оставайтесь на месте, идем к вам. Отлично! Только быстрее! Нас осталось мало! Вы слышали приказ? Вперед! Ценой миллиард – самое первое. Нам всем хочется, чтобы ты вернулся не по частям. Я тебя прикрываю, как могу. Но давай ты будешь поосторожен. Знаю, что это звучит старомодно, но берегись. Внимание всем! Это черный главный! Сборный пункт атакован! Нужна помощь! Срочно! Понял, черный пункт на пути. Кстати, я тут отправил вам бойца. Ценой Алькатрас. Вот-вот подойдем. Группа Дельта, это Циклоп-7. Подхожу к площадке. Переброшу вас на вокзал. Постарайтесь быстро и без проблем, ладно? Вас понял, Циклоп-7. Ориентируйся на дым. События вышли из-под моего контроля. Костюм сейчас взаимодействует со спорами, интегрирует их с нано-тканью, пытаясь построить мостик между нашей технологией и технологией цефов. Но нам нужно больше времени. Иди со своими морпехами, сделай то, что должен сделать. Я не бросаю тебя, Алькатрас. Но теперь, если мы хотим победить, нам придется драться с невиданным упорством. Алькатрас! Чайно насчет тебя не ошибся! Сюда, Алькатрас! Давай поживее! Рад, что ты добрался. Идем! Нам нужно на центральный портал. Алькатрас, надеюсь, твои друзья тоже меня. Я использовал твой костюм как ретранслятор. Это что за хрень? Меня зовут Джейкоб Харгрив. Возможно, вы в курсе, что костюм Алькатраса в данный момент мутирует в биологическое оружие, способное спасти нас от пришельцев. Но для завершения процесса нужен агент-стабилизатор. К счастью, ранний прототип данного биопротокола до сих пор находится в моем офисе. Алькатрас! Ты должен добраться до здания корпорации Харгрив Раш. Я передам тебе координаты. Возьми с собой своих коллег. Помощь тебе понадобится. И постарайтесь побыстрее. Цефы ждать не будут.
Здание Харгриф Радж. Вот только главный вход завален наглухо, а все остальные блокированы системой охраны. Частично разблокирован только подземный гараж. Через него тебе и придется прорываться наверх. Образцы биопротоколов хранятся в научном секторе на 18 этаже. Лифты и лестницы сейчас перекрыты, но ты можешь перезагрузить систему с поста охраны в холле. Постарайся поторопиться. Здание Харгриф Радж прямо перед нами. Работаем без спешки, но решительно. Вперед. Проникнуть в здание Харгриф Радж. Следовать за Чайно. Так, здание блокировано. Чтобы войти, нужно устроить взрыв в гараже. Образцы биопротокола хранятся в научном секторе на 18 этаже. Туда можно подняться через холл. Расстрелять двери из орудия бронемашины. Алькатрас, берегись! Сюда прет бомбардир! Какого черта вы вообще творите? Это Джейкоб Харгрив. Прошу немедленно прекратить огонь. Заткнись, старик. Пророк умрет здесь. Идиоты. Костюм, идиоты. Вы уничтожите нашу последнюю надежду. Прекратить огонь. Локхард. Я делаю то, что совет директоров должен был сделать еще 3 года назад. Ставлю крест на твоих несбыточных фантазиях. Ты лишаешь нас последней надежды, Локхард, идиот. Неужели ты думаешь, что сможешь спрятаться от будущего? У нас нет выбора. Не выйдет, Харгрив. Совет директоров на моей стороне. Они на такое дерьмо больше не клюнут. За операцию отвечаю я! А теперь отойди! Маскировка включена. Опасно!
лифты и двери отключены. Тебе нужно перезапустить систему с главного терминала. Самый переворот. Будь он прав. Закрыть уши! Не слушай! Это же... Держите! Так, мы идем к вам! Лучше тебе оттуда скатываться. Не прерывай вас! Прикрась этого ублюдка! Поговорим! Я такого не видел. Думаю, ты пригодишься нам на центральном вокзале. Чист, все тихо. Говорит полковник Баркли. Внимание всем группам огневой поддержки морской пехоты на главном объекте и на периметрах. Требуется организованное отступление к вокзалу в несколько стадий с перегруппировкой в ключевых точках. Цель – полная эвакуация гражданского населения и раненых. До ее окончания нужно держать станцию. У вас максимум час на то, чтобы подтянуться сюда. Потом, если повезет, отправимся по домам. Скорость приоритетна, господа. Мы сваливаем из города. Полковник Баркли, это Чарли 7. Западный проход под угрозой. Засели в библиотеке, пересечение 5-й и 42-й западной. У нас тут дюжину гражданских, нужно доставить их к станции. Требуется огневое прикрытие. Прием, Чарли. Группа права движется с юга. Соединитесь с ними и двигайтесь в финал. Всем удаленным группам огневой поддержки. Двигайтесь к окну к западу от вокзала. Библиотеки, перегруппировка. Вместе отходим к вокзалу. Эвакуация будет в 4 часа. По туннелям в окном направлении. Время против нас. Барклай, конец связи. Всем группам! Это Чарли 7! Отступаем к библиотеке! Будем держать эту точку, пока не выведем всех гражданских! Черт! Они везде! Вперед через улицу! Давай!
ударь по этой хрени как следует! Будем через 5 минут. Идем с запада. С группой Чарли на буксире. Прием.
Всем браво! Выводите гражданских к восточным туннелям. Потом вместе с группой Эхо защищайте периметр. Вас понял! Конец связи! Господа, мы собираемся сосредоточить все силы обороны на наземных точках входа на центральную станцию. Также будут заминированы все подземные точки входа на безопасные для главного здания дистанции. От гражданских лиц и раненых требуется по прибытии немедленно проследовать на нижние уровни и ожидать эвакуации. И еще, прекратите, наконец, обстрел моего сектора от западного прохода. Я час назад приказал переместить минометы. По этой линии стрельбу прекратить. Эхо 15, исполняйте приказ. Чарли 6, это Эхо 7. Пошла первая фаза эвакуации. Ваше время подхода. Это Чарли 6, подходим с запада. Приближаемся к точке Виски 7. Вас понял, Чарли. Внимание, с запада приближается противник. Вас понял. Все, пошли, пошли. Защищать периметр центрального вокзала. Добраться до вокзала. Внимание, движение на улице. Вижу 2-3 пехотинцев-кальмаров. Не торопимся, господа. Маскировка включена. Откройте ворота. Ладно, идем. Вперед. Движение. Вперед. Вперед. Свои не стрелять. Не стрелять. Не стрелять. Могу поддержать огнем. Впереди тебя ждет старший сержант Рейнер. Мы будем тут. Спасибо за помощь. Удачи. Они открыли 3 восточных туннеля. Первым делом вывезем гражданских. Сектор чист. Все последний чист. Поезд наш. Главное продержаться до этого момента. А как насчет карантина? Мы проверяем всех, кто садится в поезд. Баркли говорит, что он нас проведет.
Отлично! Есть! Алькатрас, вернись! Мы тебя прикроем! Пошел! Вернуться в здание вокзала. Внимание! Всем группам огневой поддержки вокзала! В данный момент начинается эвакуация на нижних уровнях! Туда же немедленно следует направиться медицинскому персоналу! Не берите с собой снаряжение, кроме самого необходимого! Поддержку обеспечивает группа «Браво». Я хочу, чтобы каждый поезд сопровождал вооруженный эскорт! Группы «Альфа» и «Эхо», держите верхние уровни и периметр вокзала до конца эвакуации! Работаем быстро и чисто, господа! Позади не оставляем никого! Найти полковника Баркли. Не с места, ты! Опусти оружие! Назови себя! Спокойно, спокойно! Это морпех! Доктор Гул сказал, его зовут Алькатрас. Гул? Этот придурок! Что он понимает? Спокойно! Пропустите его! Господи, там внутри правда человек? Серьезно? Черт, ну и видок! Что с тобой, черт возьми? Полковник Баркли ждет вас. Сюда. Черт возьми. И ничего нельзя сделать. Должен же быть какой-то способ. Черт! Там моя жена, ты, Нилда! Пусти меня! Пусти меня к ней! Невозможно. Мне плевать, ей страшно. Пустите меня к ней. Что вы мне сделаете? Убьете? Проклятие, дайте мне оружие. Я знаю, как с ним обращаться. А вам сейчас нужен каждый, кто может держать оружие. Не могу, парень. Вы теперь вне игры. Нам приказано разоружать вас. Господи, я был одним из вас. 9 лет в армии США. Весь контракт. Не шевелитесь. Я морпех. А ты, кем бы ты ни был раньше, сейчас гражданский. Твои привилегии отменены. Хорошо быть чистым. Thank you.
доктор. Я оценю всю ту помощь, что вы нам оказали. Однако это военная операция. Вы лицо гражданское, а город находится... В военном положении. Я вижу, что... Рад, что у тебя получилось. Полковник, вы меня не слушаете. Нам нужно... Алькатрас! Получилось! Рад, что ты с нами, морпех. Мои люди высоко ценят тебя. Черт! Большинство из них тебя боится. Он непростой боец, которого можно отправить на убой. Теперь он под моим командованием. Нам нужен любой, кто может держать оружие, пока эвакуация не будет завершена. Доктор Гул, спасибо вам большое. Для вас выделено место в одном из поездов с гражданскими. Это лучшее, что я мог для вас сделать. Полковник, вы не понимаете. Джек Харгрив знает ответы на все вопросы. Нужно срочно отправить людей на Насколько остров. Насколько я знаю, Харгрив уже труп. Первая задача — эвакуация. Погоди секунду, отпусти меня! Простите, доктор Гулд. У нас нет на это времени. Чайна, веди его к поездам. Сэр, давайте, док. Нужно идти. Алькатрас, ты со мной. Пока не съехала с катушек, была морским котиком. Похоже, она его отпустила. Вопрос в том, зачем? Посмотри на них. Я здесь вырос. Любой из них мог бы быть моим близким. Если здесь рванет так же, как в Лингшане. Проклятие! Тут ни хрена не работает. Я был в Лингшане, когда Стритланд погиб. Тара узнала и... сломалась. Выпивка, наркота, отставка с позором. Ее отец бы в гробу перевернулся. А теперь она работает на Харгрива? Мартинес? Что такое? Они ломятся в главный зал, сэр! Ну уж не... Мартинес, спустись на платформу и скажи Дикерсону, чтобы отправил первый поезд. Времени больше нет. Сэр! Ступай на пост, сынок. Главный зал. Проберись туда и выиграй время для этих людей. Давай же! Надо успеть ко второй эвакуации! Выпиши нас!
внимание всей морской пехоте центра города. Вторая стадия эвакуации перенесена на Таймс-сквер. Оттуда нас заберут тяжелые транспортники. Запрет на полеты над Манхэттеном был снят на время этой операции. Так что мы можем быть уверены, что нас не собьют за нарушение. Но времени у нас мало, господа. Мы должны собраться на Таймс-сквер как можно быстрее. Транспортники ждать не будут. Оборона периметра продержится еще 15 минут. Повторяю, 15 минут. По истечении этого срока каждый за себя. Внимание всем! Точка сбора атакована! Цепы прорываются к цели! Идет эвакуация, но на нее нужно время! Алькатрас, кальмары прорываются! Сюда, бегом! Защищать посадочную площадку, объединиться с морпехами, давайте себе! Алькатрас, тебе придется сдерживать наступление цепов по твою сторону стены. Тут у нас тяжело раненые гражданские. Все дела. Если сюда доберутся цепы, будет бойня. Твое дело — выиграть время. Новые на подходе! Они идут на прорыв. Отходи к воротам! Валим, ребята! Уносим ноги! Ходу! Ходу! Эвакуироваться вместе с Баркли. Проходите, сэр! Мы уходим! Идем! Оружие массового поражения, которое вам и снилось. Вы и ваши люди будут мертвы через 1.5 минуты. Если Алькатрас не выполнит мои инструкции, точь в точь. Циклоп-4 отставить. Набрать рабочую высоту. Вас понял. Спасибо, полковник. Итак, Алькатрас. Копье предназначено для распределения споры, но система нестабильна. Ты должен залезть внутрь, как в улье. Спора вот-вот взорвется. Приблизительно через 20 секунд. Действуй быстрее. Так-так. Осталось продержаться совсем немного. Если я правильно оцениваю качество этого костюма... Циклоп-4, садитесь и начинайте погрузку! Вас понял, мы садимся. Смотри на копье. Оставьте.
Теперь тебе нужно действовать с осторожностью. Локхард высадил на острове своих лучших бойцов. Я буду помогать тебе, но обзор отсюда у меня, скажем так, слегка ограничен. Маскировка отключена. Остров Брузельта. Пройти на север к Близне. Маскировка отключена. Шафран 3-8. Соблюдать радиомолчание. Приказ быстро пробежать вдоль периметра. Это консерва где-то рядом, где ее нутрочек. Есть. Надеюсь, что он здесь. Кащу подарочками. У меня будет метку. Так, Алькатрас, притормози и слушай. Локхард поставил на тебя Эми-ловушку у следующего барьера. Если она сработает, поджарит наносистемы костюма, а может быть, заодно и тебя. Обойти ловушку не выйдет. Но попробуем ее обмануть. Одна из подстанций энергосети «Призм» расположена рядом с восточным берегом, недалеко от тебя. Добраться до подстанции. Думаешь, он высадится? Скорее бы он пришел. Это тоже обязательно. Ничего нет. Хорошо. Локхард этого не знает, но энергия, питающая Эми-установку, проходит через эту станцию, а на ней с
Скоро возникнет перегрузка. Если ты выполнишь экстренную перезагрузку, это разомкнется. И когда системы снова включатся, создать серьезный скачок напряжения будет уже невозможно. Он не узнает, так как на приборах ничего не отобразится. Но когда он нажмет на спуск, поверь мне, его ждет сюрприз. Переключить на скорости и отключить Эми ловушку. Отлично. Теперь уходи как можно быстрее. Надо визу в Сел наверняка отследили утечку и захотят проверить. Покинуть подстанцию. Тебе нужно идти вперед. Не давай им времени понять, что ты сделал. Они выслали подкрепление на подстанцию. Будь осторожен, Алькатрас. Мы зашли слишком далеко. Не подведи меня. Могу поддержать огонь. Пройти маскировка отключена. Кажется, это будет забавно. Все, господа, он наш. Давайте. Взрыв подтвержден. Поднять дверь. Дверь поднята. А вот и мы. Господа, как только увидите его, прижимайте из всего, что есть. На этот раз никаких поблажек. Я хочу, чтобы его не превратили в труху. Алькатрас, слева от тебя решетка канализации. Выбей ее и доберись до реки понизу. Я открою служебный вход и передам тебе координаты Локхарта. Давай! Вперед! Группа, оружие нам! Маскировка отключена. Маскировка отключена. Убить командора Локхарта. Что там, вашу мать, творится, собраны? Ответьте! Маскировка отключена. Выкурите его! Сюда, быстро! Маскировка отключена. Войти в призму и найти Харвива.
Спасибо, мисс Стрикланд. Показательно. Проверьте признаки жизни, будьте добры, и затем тащите его в лабораторию. Шкурку надо снять как можно скорее. Времени у нас мало. Внимание! Повреждение всех систем. Отключение ЭМИ. Системы переходят к базовым функциям. Приоритет – поддержка жизни носителя. Внимание! Приоритет – поддержка жизни носителя. Внимание! Активация протоколов глубинных слоев. Перепрограммирование системы. Вставай, морпех! Помирать некогда. Быстро возвращайся к бою. Очередной хряк, боюсь. Пророк мог бы и сказать. Ну, хотя бы костюм не поврежден, это самое главное. Придется импровизировать на ходу в костюме. А, мой юный друг, я хотел, чтобы ты был в сознании, однако надо костюм посчитал иначе. Что ж, приступим. Простите, это предательство, но выбора не было. Мне нужен костюм. Конкретно этот костюм, чтобы раз и навсегда остановить сефов. Обычный солдат тут не подойдет. Я не понимаю, что происходит. Ты здесь, пророк. Твой костюм сросся с системами цефов. Ты должен вернуться. Без тебя нам конец. Ах ты, больной ублюдок! Ты знал? Ты знал, что костюмы симбионты? Что они сделают с моими людьми? Ты превратил их в ходячие трупы! Я превратил их в воинов будущего. Ты же солдат. Считай это долгом перед... Ты лгал нам! Скажем, я экономил правду, да. Но что я мог? Что ты можешь сейчас? Цефы будут здесь, пророк. Скоро. Думаешь, мы сможем победить, используя обычных людей? На этой войне простым людям не место. Это будущее. Смерть теперь не более чем условность. Мы все здесь ходячие трупы. Перегрузка на клеточном уровне. Хватит. Костюм заращивает болезнь! Черт, перегрузка! Взять его! Убейте, если нужно, но не повредите костюм. Бейте только в голову. Очень мило. А теперь попрощай. Тара, нет. Тара, послушай меня. Эй, все хорошо. Я из ЦРУ. Отдел специальных операций. Перевелась туда 3 года назад из котика. Это я приказала твоему отряду вытащить пророка и Гулда. Все провалилось, впрочем. Слушай, у нас будет время, чтобы объясниться, а сейчас это место штурмуют цефы. Нам нужно вытащить Харгрива. Он откровенно спятил. Считает, что остался последним вменяемым человеком на планете. Но он знает многое о цефах. Он работал с их нанотехнологиями уже 100 лет, с тех пор, как похитил Стунгусский первый образец.
Он стоял за резней в Лингшане 3 года назад. Там погиб мой отец. У Харгрива есть план противостояния вторжению. Нам нужны эти сведения. Он заперся в офисах руководства, где-то там. Охрана там отличная, вживую сейчас с ним не увидится. Поверь, я пыталась. Тебе придется прорываться. Я поднимусь на площадку и подготовлю вертолет. Вытаскивай его и тащи ко мне. Вытащим его и сядем где-нибудь, где сможем развязать ему язык. И я буду на связи, если что. Иди. Доступны тактические возможности. Найти и спасти Харгрива. Найти стрелка от Харгрива и разобраться с ним. Все чисто. Можно тревогу. Маскировка включена. Он мертв. А вот и ты. Тесей, наконец-то. Я рад. Скудная награда для таких усилий. Открыв лабиринт, ты ожидаешь хотя бы увидеть Минотавра перед смертью. Ну что ж, так будет честнее. Идем. Маски прочь. Я здесь. Ты в шоке? Могу понять. На твоем месте я бы воспарил. О, эти скачки пульса, иллюзия полета, вброс адреналина в кровь. Такое сладкое чувство. Увы, я не испытывал такого очень давно. Уже больше 100 лет мои развлечения являются исключительно умозрительными. Я вступил на путь, с которого ушел Карл Раш. Долгую дорогу к бессмертию. Я хотел надеть костюм пророка, взять оружие, которое он нам дал, его броню, войти в лабиринт и убить Минотавра. Но теперь... Ты закончишь то, что начал пророк. Уходи оттуда, Алькатрас. Нет. Стой. Тебе нужна последняя часть загадки. Там, на столе. Возьми шприц. Возьми. Да, вот. Тунгусский материал. Ключ ко всем вратам. Я сидел в этом мерзком городе от большой любви. Ты их ждал, да? И никого не предупредил. Кого? Все человечество? Что ты натворил, старик? Они здесь, ты... О, да, Нейтан, хозяева здесь. Будят системы и греют котел. Они возвратились в свой старый дом. И что они здесь обнаружили? Паразитов. Можно ли их винить?
О, ангелы смерти пришли. Вернете меня к человечеству? Что-то вы долго. Стань пророком. Возьми его броню. Сразись за свой вид, за человечество, во всей его ничтожной славе. Уходи оттуда, Алькатрас. Да, иди, иди, быстрей, спаси нас. Да-да, Джейкоб Харгрив. Я говорю на основной командной частоте, сэл. Командор Локхард мертв. Я скоро к нему присоединюсь. Призма же взорвется в ближайшем времени. Если мы хотим остановить пришельцев, нам остается надеяться только на пророка. Поэтому оставьте враждебность и помогайте ему всем, чем только можете, пока идет эвакуация острова. Все комплексы призмы будут закрыты через 10 минут. Действие всех контактов аннулировано. Покиньте призму через указанные выходы. Алькатрас, крыша разрушена. Здесь нет ничего, на чем можно взлететь. Я направляюсь к мосту Квинсбору. Встреть меня на дальнем конце, если сможешь. Послушай меня, Алькатрас. Харгрив никогда не блефует. Здесь все сейчас взлетит на воздух, сваливая оттуда. Алькатрас, не тормози. Мы идем через город к точке встречи. Быстрее! Ты должен вернуться на Манхэттен. Потеряем костюм, потеряем все. Всегда хотел знать о загробной жизни. Хоры ангелов и гиена огненная – это все, конечно, пустой трёп. Но если в детстве научен бояться ада, с годами не разучишься. По правде сказать, у меня уже было несколько загробных жизней. Вот это, например. Сплошная чистилище. Почти полвека плавать в контейнере с раствором, как заспиртованный экспонат, зажатый между видеоэкранами и системами камер, только мысли так и ползут по силиконовым кишкам машины. Без сна, без отдыха, постоянно думая о мире, который больше не твой. Бегом, бегом, бегом! Если это есть безопасно. Жизнь после смерти, я лучше предпочту забвение. Спецоперации? Вы что, от ЦРУ?
Почему вы сразу не сказали? Эй, Гулд, хватит. Не могу больше. Но я мог бы тебе помочь. Да уж, точно. Погодите, вы должны мне помочь найти этого парня. Вы ведь уверены, что он ключ ко всему? Костюм! Алькатрас в комплекте с костюмом. Вот наше оружие. Да, Чайна, есть что-нибудь? Чисто, мэм. Зачистка завершена. Идем обратно вдоль берега. Не думаю, что мы... Вот! Это его сигнал! Есть! Чайну! Быстро к машинам! Он наш! Сюда! Мы здесь! Сюда! Господи! Я думала, ты уже давно кормишь рыб на дне. Что ж, прощай, Хартли. Теперь мы сами за себя. Рад тебя видеть, старина. Слушай, я придумал... Все потом, профессор. Лекцию продолжите. Читать по дороге. Сюда, быстро! Добраться до постройки цехов в парке. Сесть в машину. Алькатрас! Чувак, ты это сделал. Слушай, Алькатрас, что обнаружилось в памяти пророка? Похоже, база цефов находится прямо под резервуаром в Центральном парке. Туда ты и отправился, пророк. Там у них главный распределитель спор и вообще центральный пункт. Если ты в своем костюме туда проникнешь, у нас есть шанс нанести удар цефам в самое сердце. Ох, надо пробиться в парк, пока еще время осталось. В канале, мэм, и так продолжай. Полковник Бартли, это лейтенант Тара Стрикман от группы спецопераций. Мы на пути к центральному парку, вооружены. Идем выбивать оттуда цефов. Захватили транспорт цел. Нужна поддержка с воздуха. Поддержите? Мисс Трихман, это Барли. Слушайте внимательно. Я только что с боевых действий. Дрались против Пентагона, который тут решил, что ядерный удар по Манхэттену – это неплохая идея. Сэр, но это безумие. Город полон народа. А еще есть Бруклин-Джерси. Понимаете, радиация и все такое. Они не смогут. Еще как сделают, мисс Трихман. На них это необходимая плата за то, чтобы остановить цепу. Я сейчас как раз занимаюсь тем, что предлагаю альтернативы. И работенки это дерьмовые. У вас есть краткий промежуток времени, за который нужно сделать все, что вы планируете. А потом, в общем, вы поняли, да? Никак нет, сэр. Профессор Култ убедил меня, что у нас есть шансы победить, но действовать надо быстро. Повторяю вопрос. Вы будете участвовать? Контакт! Огонь! Вот черт, сильней! Оставайтесь на связи, лейтенант. Я прикину, что можно делать. Наш маячок. Поднимись на возвышенность и поймай его сигнал. Нас тут прижали, цепи повсюду. Я постараюсь пробиться к Баркли. Пройди через здание и вернуться к конвою. Полковник Баркли, сэр, где моя поддержка с воздуха? Мы тут зажаты. Посылаю штурмовик к вашей позиции. Стартует от Магуайра. Но у цепов там какая-то глушилка сигнала стоит. Так что пилоту нужна помощь в прицеливании. Если Алькатрас с вами... Алькатрас, поднимайся наверх. Авиация уже в пути.
Алькатрас, мы летим вслепую. Нам нужно видеть цель. Срочно! Указать место маскировки включено. Цель подтверждена. Ждите. Удар через 3, 2... Черт, это было слишком. Слишком. Алькатрас, дорога свободна. Пора ехать. Спускайся как-то и побыстрее. Вертолетов, конфискованных у СЭЛ. Это все, что у нас есть. И мы зверски опаздываем. Внимание! Если ситуация не будет разрешена, Пентагон санкционировал нанесение ядерного удара по Манхэттену. 20-минутная готовность. Поэтому, что бы ты ни решил делать, иди сюда! И делай это очень быстро! Скорпион-1, на подходе. Это Скорпион-3, поднимаюсь на плато. Боже, вы что, влияете на это? Поверить не могу. Окей, Скорпион-3, осуществить выброску. Алькатрас, мы их будем отвлекать, сколько сможем. Удачи, парень. Ты справишься лучше меня. Алькатрас, мы все еще здесь. Я включил систему костюма. Буду обеспечивать тебе техническую поддержку, все, что в моих силах. Но их не так много, да. Так что заправляйся. Я с тобой, если что. Господи, вы только гляньте. Алькатрас, этот пласт породы еле держит литокорабль. Он крайне нестабилен, может рухнуть в любой момент. Внимательно следи за трещинами. Вот что я имел в виду. Полагаю, он знает. Раз. У нас мало времени. То, что ты проделал в Улье, нужно сделать это еще раз. Удачи!
некогда застревать там и драться, парень. Возвращайся. Доступные тактические возможности. Только что поступил приказ от командования. Они все-таки решились. Алькатрас, тебя мало времени. Беги! Послушай, Алькатрас, скоро реагируй. Это защитная система. Найди, где нашу кладку камеру. Как найдешь, открой ее с помощью костюма. Покойничек, ничего прогулка, а? Думали, я помер? Хм. Ну, я тоже так думал. Помню. Но костюм... Харгрив был прав. Костюм изменил все. Они проникли в меня. Цефы проникли в меня. Мне оставалось только разорвать связь с костюмом или потерять контроль над собой. И ты был там. Рядом со мной. Умирал на моих глазах. У меня не было выбора. Я должен был дать тебе шанс закончить то, что начал сам. Другой надежды у нас не было. Посмотрите. Не только Нью-Йорк. Не только Лингшан. Видишь? Цефалопода давно уже среди нас. И они расселились повсюду. Повсюду. История наша не окончена. Нам с тобой, морпех, рано помирать. Мы должны вернуться туда, где мы нужны. Эй,
Я связался с тем самым маркехом, спасенным в центральном парке, который возит нано-броню Джейкоба Харгрива. Момент, я настрою прием. Ну, то-то. Позвольте представиться. Карл Р. Страж, к вашим услугам. А вы кто? Меня зовут Пророк. Пророк.